Специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка. Это шикарный жилет с идеальной посадкой по фигуре, который не только будет выделять вас из толпы, но и будет добавлять вам стройности и, конечно, будет вас согревать этой весной. Расскажет нам о жилете стилист телеканала «Шоп-н-шоу». Внимание, Екатерина Пискунова сегодня с нами. Кстати, Катенька собирает телеведущих новостных в эфир, да? Красивые наряды им подбирает, сегодня работает над вашим стилем. Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои любимые. Мы сегодня для вас, как всегда, собрали просто идеальные вещи для того, чтобы вы могли подготовиться к весне и уже сейчас выглядеть на высоте. И первое, о чем я хочу рассказать, это жилет Алита. Потрясающее сочетание модной стежки и гламурного, элегантного декора в виде россыпи кристаллов. Это ваша возможность выглядеть и динамично, и молодо, и в то же время женственно и элегантно. Температурный режим у нас здесь от плюс 8 до плюс 18. Почему? Mm-hmm. Потому что вы можете использовать его и как самостоятельный элемент гардероба, и как возможность утеплиться. И, конечно же, идеальный крой, который дарит нам не только женственность за счет приталенности, за счет очень такого воздушного и нежного рукава-крылышки, но и за счет выточек. Ваш силуэт женственный, элегантный и при этом такой динамичный, такой молодой. Мне нравится, лишнего объема не добавляет, идеально сидит по фигуре, да еще и блестит. Все, как мы с вами любим. Давайте с цветом теперь определимся. Может быть, вам понравится бордовый цвет? Посмотрите внимательно на него. Его выбирает для себя наша Ксения. Очень томный, благородный оттенок, а с переливами блеска прямо возле лица. Просто бесподобная вариация. Смотрите, в районе рукавов тоже используются у нас стразы. Настенька выбирает в качестве утепления василек. Цвет на ней. Посмотрите, пожалуйста, как вы можете сочетать со своим любимым пальто жилет Алита, когда еще совсем тепло не станет. Да, вот так. Хаки. Ну, это уже весна. Это чтобы вот утеплить, чувствовать себя комфортно и, конечно же, привлекательной женщиной. Я выбрала для себя синий цвет, темно-синий, беспроигрышный вариант для того, чтобы сузиться визуально. Помните, черный и темно-синий невероятно странят, это очевидно. Ну и черный, конечно, тоже есть в нашей палитре. Давайте на него тоже посмотрим. Скидка 50%. С учетом скидки цена 1799 рублей. Цена красного цвета, действующая только сегодня на телеканале «Шоп-н-шоу». Размерный ряд у нас, смотри, Кать, от 50 до 60. Как ты, как эксперт телеканала, рекомендуешь выбирать размер? Я бы рекомендовала выбирать такой жилет на размер больше. Почему? Потому что все-таки нам хочется комфорта и свободы. А если вы планируете носить его еще и с каким-то объемным свитером, можно даже выбрать на 2 размера больше. У меня сейчас в руках 58 размер, и полуобхват по груди у нас тут с вами получается 63 сантиметра. Угу. Вот вы сейчас можете для себя прикинуть, какой размер нужен для вас, исходя из этого замера. И сразу же замерю здесь пройму, хочу показать, какая она тут глубокая. У нас здесь полуобхват проймы 31 сантиметр. А значит, это достаточный объем для того, чтобы вы смогли поддеть вниз какой-то свитер поплотнее, да, какой-то, может быть, спортивную кофту флисовую, mm-hmm, с утеплителем, например. Или летучую мышь в руках. Или, да, летучую мышь. Поддеть. Знаешь, вот я впервые в своей жизни, девчонки, с жилетом познакомилась, когда родила своего первенца. Он родился у меня 7 апреля, и как раз нужно было гулять с коляской, но было еще прохладно, плюс я еще кормящая мама. И вот тогда мы с мужем пошли, быстренько купили мне жилет. Но это совершенно другого плана был жилет. Он был плотненький, несимпатичный, спортивного плана, который я надевала не для того, чтобы привлечь внимание своей красотой, а только для того, чтобы утеплиться. Оля, сейчас дизайны настолько разнообразны, что я тебе покажу, как мы можем спортивную вещь носить и при этом быть женственной и элегантной. И жилет Алита как раз-таки этот пример. Посмотрите, спортивная стежка. Казалось бы, это чистый элемент спортивного стиля, но при этом обратите внимание на эти гламурные, блистательные детали. Они расположены у нас и в портретной зоне для того, чтобы
вот украшать вас и привлекать внимание к этой красоте, как бы подсвечивать. Посмотрите, здесь у нас россыпь кристаллов, они такие серебристо-черные, при этом, смотрите, буквально звездное небо рассыпалось на вашем декольте. И окантовка бархатной тесьмой с метанитью вторит своим блеском к россыпи кристаллов. И, конечно же, я хочу показать здесь вот это крылышко, рукав, словно крылышко бабочки. Это невероятно женственный элемент, который так редко встречается на спортивных жилетах. И здесь сочетание вот этих кристаллов и таких женственных деталей говорит нам о том, что спортивные комфортные вещи могут быть красивыми, и вы можете разнообразить свой гардероб и более какими-то такими нежными и воздушными образами благодаря вот таким деталям на, казалось бы, спортивные и функциональные вещи. Мне, Катенька, очень нравится, что здесь есть стразы прямо возле лица, как будто бы ожерелье. Да-да-да. Знаешь, очень часто, когда наступает зима, мы скучаем по украшениям, потому что на шубу, на пальто надеть какое-нибудь колье невозможно. Здесь мы выбираем жилет, выбираем еще и украшение себя, блеск глазам, посмотрите, как это здорово, сразу такие свеженькие, яркие, привлекательные, и как же стильно мы с вами будем смотреться в любом образе. Такие образы можно создавать с этим жилетом, то есть это не только спортивные брюки, посмотрите, это и элегантные брюки, гламурные образы, вот, пожалуйста, кажуальный образ на каждый день, и его даже можно надеть в офис, посмотрите, с женственной юбкой плиссе, с А-силуэтом, это действительно что-то новое, это какое-то новое прочтение спорта в повседневной жизни. Мне очень нравится, как смотрится по фигурке на каждый из нас, да, и вот на наших девочках, на Настеньке, на Нике этот жилет. Не будет ли какие-то типы определенных фигур полнить этот крой, как ты считаешь? Очень важный вопрос, и такой жилет работает на самые разные типы фигур. Посмотрите на нашу Дашеньку. Как этот жилет работает для верхнего типа, когда объем сосредотачивается в верхней части тела. Множественная полоса, равно удаленная друг от друга, она вытягивает наш силуэт, потому что наш взгляд ходит туда-сюда, вверх-вниз. Приталенность для прямого типа выстраивает идеальный, да, силуэт. Ну, и для нижнего типа есть здесь дополнительный объем, чтобы ничего не обтягивало. 1799 рублей, цена действующая только сегодня со скидкой 50%. Успейте заказать, это самая выгодная покупка, только одна.